14 километрах от города, вблизи деревни Ломы, будет построен комплекс малоэтажного жилья эконом-класса. Вопрос, кто и на каких условиях будет строить, решится 28 июня на аукционе в Москве. Сегодня представители фонда РЖС и ивановские чиновники обсуждали условия для подобной постройки. Аукцион будет проходить по голландскому типу, то есть участок будет предоставлен застройщику в безвозмездное пользование на 3 года. Начальная цена права заключения договора составляет 26 750 рублей за квадратный метр жилой площади. В новом районе будут дома от 80 до 150 квадратов. Земли нужно освоить за 3 года, продать дома за год. Львиная доля построек должна быть реализовано многодетным семьям. На аукционе к застройщикам будут предъявлены высокие требования. Фонд РЖС не может поставить под угрозу свою репутацию. Фондом реализуется 109 проектов на территории Российской Федерации. Это 109 проектов в активной стадии реализации в 38 субъектах Российской Федерации. И на сегодняшний день в активной стадии строительства, проектирования у нас находится чуть больше 16 миллионов квадратных метров жилья. Естественно, с каждым годом эта цифра геометрическим образом увеличивается.